Представители одного из фан-клубов, певца «Шаман», заметили Егора Митина на концерте артиста. Молодой человек очень эмоционально подпевал своему любимому исполнителю. Пел песню «Встань». Нам это очень понравилось. И мы вот решили ему подарить подарок. Он очень запомнился, пал к нам в душу. И мы решили его порадовать тоже. Благодаря социальным сетям удалось найти Егора. Юноша занимается в инклюзивном клубе «Дорога в жизни», берет уроки вокала и выступает на разных мероприятиях округа. Егор очень талантливый мальчик. И он действительно любит «Шамана», творчество этого прекрасного певца. И всегда он поет песни и «Шамана», ну еще очень много разных других песен, да. Но я думаю, что это одна из мечт этого мальчика. Это будет какое-то вдохновение для него. Участники фан-сообщества специально приехали в Видное, чтобы передать мальчику подарок. Наш артист «Шаман» с большой любовью и трепетом относится к особенным детям, к одаренным детям. И мы стараемся поддерживать его в этом начинании. За заветным подарком Егор вместе с родителями приехал в студию телеканала «Видное ТВ». Главный редактор Татьяна Брылова провела для гостей небольшую экскурсию и вручила долгожданный презент – сувениры с логотипами «Шамана» и два билета на концерт. Самое главное – ты-ды-ды-дым, два билета! Мне очень нравится творчество «Шамана». Он очень прекрасно поет. У него очень отличный образ. Он очень хорошо одевается. А моя главная мечта – сфотографироваться с ним, а еще лучше – спеть. Как отметила мама Егора, Наталья, получить билеты на концерт «Шамана» – это его давняя мечта, которая так неожиданно стала реальностью. Егор вообще очень творческий человек. Он не только поет, он и в театральной студии занимается. Сейчас он начнет в сентябре заниматься в школе инклюзивного танца, также осваивать. А поет он со школы, с праздников школьных. Чудеса происходят, и главное – в них верить. Случай Егора Митина еще раз это доказывает. Теперь юноша мечтает сфотографироваться с любимым певцом, а может даже и вместе спеть. Наталья Буслаева, Галина Житкова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.